Ну что же, всем привет. Мы снимаем вторую часть видео о, ну, как мне понравилось, косметичка сюрприз. Вот я составила свою косметичку сюрприз, и Вика сейчас ее изучит. Но это там, знаете, у меня такие типс, такие, как это, самые любимые вещи и вещи, которые могут вот так вот на раз, два, три сразу вас как-то огламурить. Давай. Ой. Ну, первое, естественно. Первое сверху у тебя. Ой. Ну, понимаешь? Слушайте, без макияжа, без всего. Классная пара очков. Понимаете? И вы все. И вы богиня. Здравствуйте. 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 Меня зовут Виктория, я актриса. Давайте познакомиться. Да, я померю. А теперь ты, давай. Не, ну вот я серьезно говорю, эти очки, они, ну, прям делают сразу все. Даже не обязательно, что у вас были какие-то помады, еще что-то. Можете просто в мешке... Помада перебор, по-моему. Да, мешок одеть, очки и все, и главу. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Ольга. Я не актриса, но здравствуйте. 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 Вы, наверное, художник. Очень красиво. Так, ну это вот как бы такой у меня очки. Они клевые. Красивые, какие они клевые. Прям вот марципанчики. Хорошие очки. Очень. Угу. Очень красивые. Но они такие тяжеленькие. Да, да, маешь вещи. Они не такие, вот, знаете, чтобы одел и прям весь день в них ходил и не чувствуешь. Ну, такие, чувствуешь. Но это оправданно. Ходил. Надо сидеть и пить коктейли у бассейна. Ну, вот как мы и сидели, бассейна, с тобой. Помнишь? Ну, я же была в этих очках. Да. Да. Очень красиво. Да, хорошо. Очки, гламурные очки. Вот сразу первое такое... Да. Спутник. Ну, если вдруг надо... Очки, нужно очки. Не стейтмент очки. Да, как у тебя. Вот у тебя. Ну, ты прям бери себе. Девочки, я думала, какой парфюм, но недолго думала. Иланг 49 Лилаба, это вот мой такой дух. Мне нравится Аленка Блок сразу же. Да, для Аленка Блок. Дух такой на зиму, на лето, на остров. Куда хотите. На зиму, на лето, на остров. Я в нем чувствую себя. На необитаемый остров. Можно, да, туда тоже можно. А почему? Блейзер, клубный пиджак. Блейзер, клубный пиджак. А, да? Да. А почему, Оль, почему он? Не знаю. Люблю и все. Не люблю его за характер. Мне иногда не достает какого-то такого, может быть, напора, да? А он мне придает, когда надо. Ну, люблю, короче. Люблю, ничего не могу с ним поделать. Вот Иланг 49 мой любимый. Поэтому вот единственный каждый раз аромат разный, или... косметички. Каждый раз разный, да. Такое, да, меняется хорошо. А это что? Девочки, когда взбледнулось лицо, да, как-то уставший вид. Вот такой Джеймс Рид, лучший в мире автозагар. Вот мне он очень нравится, я уже рекомендовала его когда-то летом. Это именно Джеймс Рид для лица, Sleep Mask. То есть вы его наносите, не ждете, пока там что впитается, сразу в подушку можно уткнуться. Он все равно будет работать и нежнейший цвет Mask дает. Десомей, бронзаж, визаж. Бронзаж, визаж. Бронзаж, визаж. Там красиво, так здорово. Очень красиво, очень здорово. Утром просыпаетесь, такой вот легкий, персиковый, не рыжий вот этот вот загарчик. Мне очень нравится. Для и лица. Нету разводов. Для лица. Именно вот для лица. А нужно до этого как-то лицо подготавливать? Ну, помыть желательно. Помыть лицо. Можно его вообще мешать. Девочки, моем лицо. Со своим кремом любым увлажняющим подмешивать. И в течение дня будет у вас личико так. Вот пробиваться. Она, да. Хорошая. Потому что летом, слушай, как бледные небо. Да, да, очень начинается хорошая. Всегда Джеймс лето Рид. Вот, да, вот кайф. С этого. Очень хорошо. Джеймс Рид — это кайф. Прелестно. А это? Салго. Вот это я не видела. Салго, видите? Я его, кстати, даже не показывала, что я его упустила. Ручки. Это талго или талго? Салго. Салго. Это такое масло с золотыми частичками. Это типа как твое нюкс. Да. Ну, мне кажется, они даже пахнут. Если вы загорелые, на ноги, ноги просто бомба. А вы знаете, вот вы вся такая, как богиня, золотая богиня. Вот. Но даже можно без загара. Можно даже без загара придает вот прям, ну, радость жизни сразу. Вы чувствуете, даже вот просто вот
намазали, и все равно сразу счастье. Здорово. Здесь полинезийский ойл, масло, очень хорошо пахнет. Да, он пахнет очень классно потрясающе. Пахнет. Ты знаешь, нюкс иногда надоедает. Нюкс, вот это более такой он спокойный, кокосовый, какой-то ванильки. Хороший запах, мне очень нравится. Вот я его люблю есть. Редко пользуюсь, потому что мне жалко. Да? Я его на клубничке заказывала, strawberry.com, и, ну, как бы, дорого получается, ну, классная вещь. Хорошо. Но там расход минимальный, тем не менее, вот я, моя вот любовь. Mm. Я его даже никогда, по-моему, в обзорах не показывала, ну, как-то... Мне первый раз. Это такой секретный. О, это я знаю. Виктория мне привезла уже из Греции новую. Филорга мезамаск. Посмотрите уже, Вика, посмотрите. Давай. Это вот, уже вот все уже. Тут, ну там уже все. Ну там я уже даже не покажу, туда надо пальцем. Но все уже закончилось. Мне, можно? Да. Мне очень понравилась вот эта вот консистенция... Кефира какой-то, сметанки. Да. Греческого йогурта, такая сметанка, и вот он такой беленький. Mm-hmm. Наверное, здесь есть, вот я даже не знаю по-русски, арджил, это как белый, ну вот отбеливающий. Наверное, такая. Какая-то, может, белая глина в составе, может быть. Еще что-то. Ну, он такой конкретный. Она очень конкретная, я делаю прям, ну, слой хороший, чтобы он был не полупрозрачный. На ночь могу сделать, если мне нужно прям бабахнуть утром, шикарно выглядеть. Как ты сказала, и белый лебедь. И стараюсь белый лебедь, да. Ты знаешь, вот очень меня еще... клевое, что мне очень нравится. И вот первый раз такой, что маска действует. Ну, обычно маски это такое баловство все-таки. Ну, кроме зачастую, сисли. Ну, кроме сисли. Ну, которые стоят. Которые стоят. А не тут знаю, прям чего. Хорошо. Вот знаешь, меня так бесит. Иллюминатор. Ну, маска естественно, smoothing, radiance, ну да, иллюминатор, как это, терминатор и иллюминатор. Да, radiance mask, smoothing, radiance, то есть, ну вот очень мягкая кожа потом, такая даже подтянутая, ну может мне кажется, может быть у меня такая эффект, но хороший. Жалко, эффект. Что все эти маски, те же самые вещи и филорги, вот заходишь в греческий, я не знаю, в маленькой деревне, где угодно, у них что-то будет, то биодерма, то там Авен или Дарфан. Ну, вот самые последние аптеки. Вот я нашла это в аптеке, кстати, я знала, что тебе нравится, и я прислала. И Оля мне сказала, я маску. Купила. Но, а у нас, как я не знаю, в Австралии. Да. Далеко живем. А это что? А это Анесса, девочки, я показывала уже. Это вот из Японии мне привозили. Вот он мне как, у него очень такой минимальный расход, 50. Вот, ну, обожаю 50. Без, можно купаться в нем, ничего он не... Ой, какой он это! Он хороший, он моментально впитывается, не липкий, не комками не ложится. В общем, бесподобный. У нас нигде не смогла найти, нигде, даже онлайн. То есть это надо заказывать или из Японии, или откуда-то. Skincare gel, пожалуйста. Пожалуйста. Gel. Да. Именно вот с такой вот голубенькой. Крышечка. По-моему, Анесса это ответвление от Шисейда. И именно это японская тема. И вообще японцы... Когда Вера приезжала, я их попросила. Опять же, наверное, какой-нибудь аптеки или еще что-нибудь такое. Да, все. Аптека. Теперь. О! Это кто смотрит, тот знает мой самый, наверное, любимый крем. Именно на каждый день, не куда-то там на... Не для видео, Даже для видео он очень такой мягкий, он такой полупрозрачный. Такой он немножко там у меня взболтался, кверх ногами лежал. Надо подождать, чтобы он это... Но я знаю, что у нас, и в Греции, и в Австралии, у нас все визажисты рекомендуют. Он бесподобный. Как его не можно не рекомендовать, девчонки? Ну, немножко это, меня всегда вот это... Вот этот формат дурацкий. То есть ты его не возьмешь, там не кинешь в косметичку, потому что это... Нужно постоянно чистые руки, нужно или какой-то спонж, или какую-то кисточку, да? Но я уже устала об этом думать. Офигенский. Ну да, если офигенский. Вот... Офигенский. Ну вот, не знаю, мне нравится. Хотя, мне кажется, если у вас очень серьезные какие-то проблемы на коже... Какие-то высыпания или еще что-то, наверное, не подойдет, потому что он не перекроет и не закроет это все. Но с другой стороны, вот тебе надо это все перекрывать и закрывать. Ну, вдруг, ну все же разные. Нет, ну даже если результат хотят. Кто-то хочет в
full coverage, полное покрытие, а кто-то хочет, как ты, как я, полупрозрачно. Мне просто кажется, что, знаешь, когда вот есть какие-то проблемы с кожей, лучше, не перекрывать. Не то, что... Да. А проблему с кожей, как говорится, у нас у всех всегда бывает. Проблемы с кожей. У кого-то хуже, у кого-то меньше. Но перекрывать, мне кажется, это тоже не в смысле того, что мне не жалко. Мне просто кажется, что... Если девочка просто оставляет, правильно делает. Да, конечно, никто на улице падать не будет. А плюс еще этого крема мне нравится, что там внутри уже он на водной основе, и что он увлажняющий. То есть вы можете его просто самостоятельно как увлажняющий крем использовать. Ну вот если вдруг вы там где-нибудь забыли свой крем, лицо помыли, и можно сразу, и он клевый. Клевый, он такой, как водичка. Хороший. А ты пробовала, и какие-то более экономические варианты для видиков. Вот Лореаль я брала, ну, я и пользуюсь иногда, но сейчас просто очень темный. Мы с тобой в аптеке покупали Лореаль Perfect Skin, он как так называется, хороший, но на целый день он слишком плотный, и потом уже вот, знаете, сало выделяется, когда из вашей кожи, и оно прям просвечивает через вот этот крем, ну не как вот у меня сейчас, у меня это Rose Water. А если это вот тональный крем, это некрасиво. Вот вы трогаете вот руками, и у вас вот это вот такое... Выделение. Грязь вот такая неприятная. Вот. Что касается вот бюджетного варианта, то есть не на целый день. Куда-то там на выход сходить, пришел, хорошо. Что это? Что мои любимые самые тени? Вот если мы говорим, если про палетку теней. Самые любимые, ну, знаете, наверное, да, Шантекали, Вика... Have a look. Это Gardens of Marrakesh. О, да. Я помню. Вот всегда я, когда их крашу на глаза, ты мне всегда говоришь, как у тебя красиво блестят глаза. Мне все замечают. Вот куда бы я ни шла, вот чтобы этот был у меня цвет, все заметят. Слушай, Оль, а ты оба, то есть они вот как они есть вместе, или ты... Я в основном использую вот этот вот бронзовый. Он, кстати, похож на твой карандашик. Вообще цвет там. А фиолетовый я меньше использую, но он более такой, как бы... Пигментный. Вот. Как красиво. Очень красиво. Мне нравится фиолетовый, левантовый, мне очень нравится. Фиолетовый прекрасный, это тоже прекрасно. А, что хочу сказать? Да. Тени отлично ложатся, абсолютно не скатываются. У меня веки такие, ну, глубокие, скажем так. Глаза большие. Могут забываться вкладочки. Здесь ничего не забивается. Все очень-очень хорошо работает. Ну, вы даже вместе вот так вот делаете. Оля, а это не зависит от того, что у тебя снизу еще, как ты делаешь это, какая у тебя база? Не зависит от того? Я не делаю же базу. Ну, то есть, у тебя на лице просто крем? Нет, у меня, ну, мой обычный крем, а я тут не крашу. Ничего. А ты не делаешь этот... Вот, консилер я не делаю. Ага. Я не делаю консилер, я если делаю, то вот, ну, под глазами я использую тот же тональный крем, который под глазами. Хотя я думаю, что иногда нужно как-то подсвечивать кожу под глазами. Ну вот ты мне давала, помнишь, этот байтери, вот эту штучку? А, да. Это, конечно, классно. Мне что-то лениво все время так. Я намазал и пошел все. Или вообще не намазал. Ну, в общем, да, консилер... Честно говоря, я не пользовалась. У меня был один раз RMS Beauty. Ага. Он так сушил кожу мою. Помнишь? Это, кстати, тоже был, по-моему. RMS Beauty. RMS Beauty, ну вот у них можно как фаундейшн использовать, можно как консилер. Ну, у меня как-то то ли глаза такие, мне лучше меньше под глазами. Да. Лучше, ну вот, кстати, у меня вот здесь начала такая кожа, у меня более сухая сейчас последние сколько лет. И я стала эту дермалоджику. Ну, я знаю, что у меня одна знакомая девочка в Греции, она стилист, и она обычно мешает консилер с фаундейшн. Да. И мне очень нравится. Крема. А, ну да, можно. Не, ну ладно, да, но понимаешь, ты просыпаешься утром, там, идти нужно куда-то, и мешаешь там это все в чашке. И потом это все мажешь. Нет, мне нужно... Ой, извините. Ничего.
Мне лучше, знаешь что, Оль, мне лучше вот одну, чтобы одну во всем. Ну, вот и для тела, и для этого, чтобы вот так. И зубы почистить. Все вместе. Палочка мне, наверное, волшебная нужна. Нам всем нужна палочка волшебная, чтобы... А это что? Ну, это да, это у меня персиковый. Исключительный мастхэв, это же под конец у меня, он просто так лежал, там прям вот-вот-вот. Максимайзер для губ от Dior. У меня в самом, по-моему, цвет номер один. У меня абрикосовый. А у Вики абрикосовый. Слушай, обожаю. Это и знаешь, что мне нравится? Запах. Запах-то вообще. Да. Ну как-то такая, как это такая глупость. Извините. Максимайзер. А какой эффект? Нравится. А эффект? Эффект, ну, он, конечно, вам в губы это не увеличит. Хотя, я не знаю, может, такие у тебя губы сочные, потому что ты это делаешь. Dior. Но она мне не очень, конечно, увеличила. Не, ну мне нравится. Очень. Волшебная палочка. Летом классно. Да. Ой, это что? А это еще один бальзам для губ. По-моему, это английский. Rosebud Salve. Это, знаешь, что? Это кайф. Вот так, если у кого-то есть доступ к этой вот штучке. Оля, ты знаешь, что напоминает? Я вам просто рекомендую. Обожаю, мажу. Бесподобный, девочки. Знаешь, что мне напоминает? Ну, наверное, он не совсем такой. У Dior сейчас прекратили это, роуз для губ. В такой классный, такой винтажный даби. Прекратили ее. Я только сейчас узнала. Это очень класс. Интересно. Это просто классная такая штука. Я ее заказала откуда-то по интернету. Мне понравилась баночка. Такая. Но она конкретная. Она хорошо очень увлажняет губы. И запах такой приятный розы. Поэтому это вот... Я показываю то, что вот прям мне очень нравится. Вот, очень сильно нравится. Очень. И то, что я куплю опять. Шантекаль, румянчики, конечно. Куда без них? Ну, девчонки, наверное, меня все смотрят, вы, наверное, все это уже видели. Увлажняющие румяна, да, увлажняют кожу. Оттенок хэппи. Давай я тебе сделаю. Так вот мне много не делает, потому что есть... А их много не бывает. А сейчас тебя удивлю, Вик. Ой, да я знаю. Ты знаешь, это вот... Бронзер бронзером, все равно нужно немножко, обязательно нужно румяна. Я без румяна, как иначе... это, бледная моль получаюсь. Я с румянами, я не серьезная женщина. Мне нельзя только с румянами. Have a look. Ну что, это серьезно? Да. Это не серьезно, нет, Оля. Нет, я люблю так. Не, ну кого? Не, ну здрасте, Оля. Это как это, ну как? Мне же надо, как его... Тебе драма нужна? Мне нужно... Бледное лицо, мне такая загадочная девушка. Убегать, это... Да. Ну, не знаю, я вот смотрю, очень хорошо она подсвечивает кожу. Немножечко так блестят они, но я их обожаю. Вот не, классно. Я с них люблю ходить. Шантекальки. Шантекаль, да. Нет, шантекаль это... Шантекаль это класс. Беспроигрышный вариант. Конечно, дорого, но, девочки, каждый вообще копеечки стоит. Дорого, ну дорого. И мне девчонки писали в России вообще цены на шутки. Да. По-моему, ну и здесь. Еще. Ну и здесь, но по-моему, я, насколько я поняла, что это даже дороже. Ну, не об этом. Липстик Queen. Угу. Принц Лягушка. Помадка зеленая. Но это когда вы ее... Тимочка мне подарила. Тимочка выбирала. Да. Ну это такая гигиеническая помада, но вы когда ее наносите на губы, она меняет ваш... как бы подчеркивает ваш цвет губ, и вот такая вот розовый красивый цвет, и ухаживает. Мне она очень нравится. Слушай, там вот много, губчики много. Ну, слушай, молодец. Да, ну давай. Интересно. Что там еще? А, ну, естественно, лучше Red Lips. Сам My Red. My Red как под меня сделано. А я думала для... Что это? Ну, чуть-чуть. Майорет, вот красные губы это или шантекаль? У меня сейчас две вообще. Слушай, вот очень похоже. Очень хорошо. И тоже она такая полуматовая. Угу. Шикарная. By Thierry, вот эта вот помада Майорет. Я не знаю, вывели уже из России эту марку или нет. Вывели? На минуточку. Да? Да, говорят, что... Чего это? Я не знаю. Интрига. Так что, если есть доступ,
Пробуйте, прекрасная марка, прекрасные. А это? Это Трой Сурат. Трой Сурат, он визажист был когда-то, наравне с Кевин Акон. Mm-hmm. Такие революционеры визажа. Mm-hmm. Самая лучшая в мире подводка для глаз. Да? Ну вот оно. Да? Кисточка не фетровая, я не люблю фетровые кисточки, потому что они такие жесткие. Это все гнется. Да. Вот она вся гнется, видите? И вот она вам рисует, девочки. Ну, я не знаю. Просто Вы художник? Мне легко рисовать стрелки, я прям бум-бум и нарисовала. Но у тебя другой глаз. Вот ты меня так попробуй сделать. Смотря на разных глазах как. Но у меня вот, сейчас я посмотрю. Сурат Бьюти называется бренд. Я не знаю, он представлен в России или нет. Я пробовала у них фаундейшн, тональную основу очень хорошую, в таких тюбах с кисточкой на конце, то есть вы выдавливаете и потом уже красите лицо. Очень классное средство и вот подводка. Хочу попробовать у них тоже тени, румяна, но вот никак не доеду до них я. Нет, а что ты себе нарисовала? Ну ты вот так рисуешь стрелки, потому что у тебя строение глаз. Потому что глаз у меня это, да. И мне бесполезно. Но все равно удобно. Скажи удобные. Да, удобные. Очень удобная кисточка. Такая даже сильно ничего нажимать не надо. Ну вообще вы не нажимаете, она сама рисует. Просто уверенная, твердая рука. И она сама все вам нарисовала. Поэтому кому вот вообще нужно? Она работает. Кому? Вы покупаете сначала вот такую вот прям подводку, и она работает как, знаете, ручка такая. Вы потом можете вставлять там такие патроны. Патрон покупаете, потом уже за не так дорого. Потому что это сколько-то стоило дорого. А потом уже сам патрон стоит. И вы просто меняете, когда она закончится. Но она у меня уже года 3. И не думаешь кончаться. Я развинчивала, там еще все окей. А ты часто делаешь? А я часто делаю, да. В общем, очень хороший, экономичный, удобный, прекрасный продукт. Трой Сурат, Сурат Бьюти. Айлайна. У меня стила. У тебя стила. Но стила фетровая кисточка. Жесткая. Она такая прям колючая. Может уколоть. У меня, видишь, я же не... Вот ты так не делаешь. А если я вот так... Да, у тебя было... Я видела, как ты делаешь. Ты вообще какой... Ну, еще к тому же ты художник. У меня бы так не получилось. Вот левый, как это, курица. Лапка. Да. Ну, что там? Ольга, можно я вас потрогаю? Такая вот, такая умная. Я как... Ну, заговорили бы мы о кремах, тогда бы было дело по-другому. Я крема, девочки, в этой косметичке никакие не показываю, потому что вот такого прям идеального, превосходного крема, который я могу вот пойти всем купить. Всем порекомендовать, наверное, нет. Вот такого базового. Все-таки, не знаю, вот нет. Я вот маску, да, показала. Автозагар, да. Вот этот хороший, да. Вот этот сам блок. Вот так. Ну, вот какой-то вот крем специфический. Пока у меня, видимо, такого нет. Не нашла я. Ну, разные лица, разные какие-то. Да. Ну, летом одно, там, я не знаю. Ну, вот мне нравится пьяный слон. Ты как-то вот вообще спокойно к ним, понимаешь? У всех... У меня муж даже пьяный слон любит, кстати. Любит пьяного слона. Это что? Ну, ты открывай, показывай. Basement. Ателье. Леша, мы видео записываем. Давайте дружить семьями. Вот такая вот. Это такие румяна тоже очень удобные. Обожаю. Обожаю их за простоту использования, за эффект. Ну и за вообще такое, знаете, ощущение лакшери. Вот вы прям вот когда пробуете. Ой, как интересно. За кадром нам делают рожицы. Ну а там магнитка. Да. Магнитка. Опа. Опа! Это как у этого, у Louis Vuitton эти... Да, крышечка. Блин. А хорошо, как вот в сумку цвет положил. Цвет питал. Это тебе надо, потому что крышки теряешь. Да. Цвет питал. Питал цвет. Вот такие вот румяна. Все-таки салон. Вы лучше по душам поговорите. Мы поговорим. Это темно. Уже поговорили. Вы поздно зашли. Мы уже все поговорили, обо всем все обсудили. Все.
всем-всем. Я еще хочу, знаешь, что сказать? Мне очень это вот нравится. Шанель, подарок подружке. Хаоси, подружки, подарок. Очень хорошенькая сумочка такая. Да, мягонькая. А дальше тоже такие типсы. Ленточка, девочки. Да. И вот ты ходишь где-то. Нет, а, ну, ты же дома. Да. И вот ты делаешь бантик себе. Да. Вот этот бантик. Вот этот вот, ой, мне понравилось, как ты вот так вот делаешь. А я вот так сейчас. Давай. Она не делается. Делается? Не-не-не, как ты сделала? Ну, а как мне ее так держать-то? Здравствуйте, Ольга. Ну, как вы... Какая вы? Ой, господи, Ольга. Не, мне понравилось, как ты вот ее я так... Я поняла. Сколько тренденев. Мне тоже так понравилось. Но у меня так волосы не стоят. Как это не стоят? Девочки, вы, наверное, понимаете, о чем мы. Ну, короче, вот бантик. Вот там бантик. Волосая такая. И вот бантик. Шербургские жонки. И сразу вы, да, и сразу вы денев. Ну, да. Ну, да, ага, сразу все. Ну, блондинки. С голубыми глазами. Типс эксклюзивно. Типс для блондинок. Ну, в общем, у меня ленточек таких много. Есть бархатные, есть розовые, есть черные, есть синие. Красные есть ленточка. Я люблю. Ну, и Вика тоже знает. Да. Ну, вот это да. Ну, и все. И заключительный аккорд клипсики. Обязательно. Обязательно разные клипсы. Ну, как без клипсов. Обязательно что-то с жемчужинками люблю. Ой, а что это? Здесь один такой, а другой такой. А там они, видимо, смешались. Все смешалось. Ой, я люблю, обожаю. И а вот кружочки. Вот они же. Вот это классная. Нотика такая пошла. Нотика. Да. Особенно, знаешь, а кто ты... это? Кто это? Посмотри, кто это. Кто это? На секунду. Посмотри. Кто? Сие? Кристиан Лакруа? Да. Вот понимаете, такой... вот так вот мы ходим и находим. Это ты вот вдруг. Это ты случайно у тебя случилось такая? Да, да. $5 случайно нашлось. И никто не посмотрел. Да кому они нужны были? Кому они нужны были? А сейчас всем будут нужны. Ну, сейчас всем будут нужны, да. Сейчас все побегут. А нет, девочки. Да, пошел тренд на клипсы, так что если увидите... Берите клипсы. Клипсы берите. Берите. Я не знаю, в Заре мне не нравятся клипсы из Зары. Ну, может, кому? Ну, как бы, да. Знаешь... Ну, очень хорошо. Это хорошо. Но они такие тяжелые. Да, это да. Мы вместе покупали клипсы. Да. Легкие, изящные, прекрасные. Люблю вот эти кольца. Я очень, да. Очень люблю. Молодец, Оля. Молодец. А я сразу такая... А ты куда-то цыганка пришипила. Цыганка Сара. Ой, пожалуйста, не падайся. Были твои клипсы. Ну что, на этой заключительной ноте... Виктория и Ольга прощаются, да? Прощаемся с вами. Надеюсь, вторая часть видео вам понравилась. Пишите, комментируйте. Вторая часть марлезонский балет. Закончился. О, а может быть, вы нам напишите, какие темы вы хотите, чтобы мы обсудили? Ой. Да. Да, ну вот. Давайте. Да, девочки, давайте. Может быть, какое-то вот, ну, что-то вот. Давайте. Прям... О чем вам бы сказать? Мы расскажем. Да. Все. Всем пусть. Пока. Ну все, Виктория, освободись. Нет, я... Освободись. Расслабься. Все. Чао. Чао. Пока. Смотри.